Сотрудников Омского бюджетного учреждения, занимающегося отловом и содержанием собак, обвиняют в безразличии к страданиям животных. Ужасающий кадр сделала директор приюта для животных «Друг» Татьяна Дугина. Женщина сфотографировала собаку, которая провисела между прутьев вольера несколько часов. По всей видимости, пес пытался сбежать, но застрял. От боли животное громко выло, но сотрудники предприятия просто игнорировали его. Когда собаку увидел работник приюта для животных «Друг», который находится рядом со спецавтохозяйством, Татьяна Дугина попросила охранника бюджетного учреждения помочь животному, но тот отказался. Пришлось перелезть через забор и просто вытащить его. Хотелось бы, где бы ты ни работал, чтобы люди все-таки оставались людьми. У него, как бы сказать, сорваны когти на передних лапах. Вот. Самое, что было опасное для его здоровья, что он очень долго провисел на животе и тем самым передавил себе кишечник. Вот там образовались гематомы, вот, был подвывих, значит, тазобедренного сустава. Сейчас пес по кличке Шансон чувствует себя лучше, но говорить о полном выздоровлении еще рано. Отмечу, «Друг» общественной организации, в отличие от спецавтохозяйства, не финансируется из городского бюджета, а существует лишь на деньги благотворителей. В приюте живут около 400 питомцев, которым нужны корма, медикаменты и вещи. Как помочь приюту, вы можете узнать на их официальном сайте, адрес которого вы видите на своих экранах.